Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал «Футбол – это жизнь». Это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, в сегодняшнем выпуске мы закончим с вами, так получается, что декабрь месяц. Не по месяцам мы здесь. Мы здесь по матча 3-4 будем отыгрывать в этой карьере. Вот в карьере за канал мы отыгрываем именно за по месяцам. Но здесь так получилось, что 4 матча в декабре, поэтому я решил их сыграть, чтобы уже открылось трансферное окно. И как раз после этого выпуска вы пописали под этим выпуском, обязательно напишите, кого вы хотите, чтобы мы приобретали, потому что денег более-менее есть, и сейчас даже в зарплатный бюджет уменьшу, чтобы был более реален где-то вот на такую сумму. 45 миллионов у нас есть. Мне, например, полностью ну, вот как-то не устраивает Федор Чалов. Я не знаю, можно ли его сейчас выставить на продажу. Скорее всего, нет, да, только вот в аренду. Но пишите ваши предложения. Вот на ваших экранах два состава. Вот второй состав, вот у нас первый. Кого все-таки стоит нам поменять в этом составе? Все предложения выслушаю, все прочитаю. Так что пишите, все будет замечено. Ну что же, мы проводим пресс-конференцию. Мы сыграем сейчас вторым составом против Интера. Естественно, сыграем первым. Сейчас у нас будет еще и борьба в Лиге Чемпионов за первую строчку в группе. Итак, на все поотвечаем. Ротация важна. Хотя Дембеле сейчас как раз сыграет. Тем более мы в Лиге теперь на первой строчке. Вот. И надо теперь увеличивать отрыв от Атлетика и от Реала. У них по 38 очков. У нас пока что лидерство в 3 очка. В любой момент мы можем это лидерство потерять. Играем дома против Майорки. Интересный тоже клуб. Вот он, наш состав. Он боевой. Поехали. Итак, разминается вот Фрэнки де Йонг. Сегодня его шанс проявить себя очень хорошо. В каждый матч он должен быть лидером второго нашего состава. Пока что до первого он немного там не дотягивает. Но это дело поправимое. Если прокачается, мы его, естественно, поменяем с кем-нибудь в первом составе. Федор Чалов в нападении. Поехали. Неплохо Каутиньо снова с мячом. Артур на Чалова. Ну и все, Чалов заходит в штрафную. Это удар и это гол. Наконец-то Федор Чалов стал забивать. Может, у него все-таки чутье именно на слабые только команды. Мы это потом все-таки с вами узнаем, но Федя забивает. 1-0 мы выиграем пока что дома против Майорки. Предсказуемо. Так что сейчас нам остается только вот поаплодировать Феде этому забитому мячу. И посмотреть, какой у него забитый гол за Барселону в Ла Лиге Сантандер. Уже третий, неплохо. Миранчук на Федю Чалова. Федя. Федя дубль забивает в этом матче. Отлично. Замечательная игра. Ну, отлично. Забивает Федор Чалов. Изменил свое, наверное, отношение. Здесь замечательно еще разложил вратаря. Мы поздравляем Федора с двумя забитыми мячами. По крайней мере, возвращает он свою игру. 4 забитых мяча. Может быть, и не стоит там его продавать, как я говорил в начале этого ролика. И вот Дембеле замечательную передачу для себя попросил. Отдает на Чалова. И Чалов забивает. Это хэт-трик Федора Чалова. 76-я минута. Забивает очередной игрок Барселоны. Хэт-трик. Недавно забил Антуан Гризман Атлетика. 4, правда, мяча, но здесь Чалов забивает 3. И Роберто замечательно сейчас отдает на Дембеле. Бежать можно дальше. Дембеле дальше на Федора Чалова. И тот забивает 4 мяча за матч. Это повторение рекорда Антуана Гризмана. Покер забивает очередной, как я и сказал, игрок Барселоны. И все, победа 4-0. 4 мяча забивает Федор Чалов, на которого мы не верили. Возлагали другие совсем надежды. Ну вот, в начале ролика я сказал, что мы хотим его либо отдать в аренду, либо продать, если есть такая возможность. И все, он стал забивать. 4 мяча за матч забивает Федор Чалов. Замечательная оценка 10-0 у него. Ну что ж, про Дембеле все сказано. Здесь быстренько сейчас поотвечаем. Мы не проиграем 16 матчей уже. Чалов сегодня забил 4. Ну все, понаотвечали. И ждем теперь матч против Интера.
Лингли говорит, что ему нужно чаще играть, но он как бы сегодня играл против Мальорки, поучаствовал в победе 4-0. Странно, но ладно. Ну что же, у нас выездной матч. Кстати, против Интера мы, я не помню, то ли проиграли, значит, Интеру, либо сыграли в ничью. Сейчас я посмотрю. Нет, мы проиграли. А, где он вообще этот матч? Да, мы выиграли Интер. Это был наш первый матч. Мы, получается, сыграли в ничью со Славией. И вот это вот поражение от кого было у нас? Написано одно вот поражение. Что-то вот, а вот, да, естественно, от Баруси. Это был все-таки, значит, против Интера второй тур. Боруссия поражение нам нанесла. И вот эта вот ничья, получается, Славия нам сейчас все вот и испортила. Так было бы равенство с Интером. И, ну, мы все равно выше не было. Не были у них разницы мячей лучше. Так что мы уже обыгрывали Интер у себя дома 2-1. Так что сегодня есть шанс повторить это теперь уже на Сан-Сиро. Итак, Месси еще сыграет. Ротация важна, мы скажем, потому что он выйдет, естественно, на сегодняшнем матче. Так, ну и все здесь. Мы все понатычали. Главное, грамотно. Подняли дух команды, можно сказать. Ну и вот он наш состав. Вы видите, Де Йонг 8-6. В этом составе у нас минимум у Сауля 8-6. Так что как только Де Йонг набирает 87, я его ставлю в этот состав. Также и с другими игроками. Как только кто-нибудь обгоняет, я их сразу же меняю. Но как вы видите, здесь еще многим далеко до таких рейтингов. Поехали. Матч у нас в Италии, в Милане. Интер принимает Барселону. Борьба сейчас идет за первую строчку. Поехали. Итак, разминаются вот наши игроки. Видно уже немного заполнившуюся гостевую трибуну именно нашими болельщиками, которые приехали поддержать Барселону в столь сложный момент сейчас, важный тем более для истории клуба, потому что Барселона много лет подряд выходит с первой строчки именно в Лиге Чемпионов. Так что мы не будем нарушать традиции. Мяча сейчас почему-то не было, но странно, но да ладно. На Неймара. Неймар. И Неймар 1-0. Пушечный удар на 10-й минуте. Забивает Неймар Джуниор. Отлично. Вроде как Джуниор Дос Сантос, так его полное имя. Неймар младший забивает, и отлично. Хороший удар. Прям очень плотный был защитник. Сейчас это Годин был. Ну и хороший, прям плотный такой удар. Со штангой. Залетает. Вот Неймар. И сейчас узнаем, какой-то его гол в Лиге Чемпионов за Барсу. Второй уже. Поздравляем его. Ну, во-первых, это важный гол. Мы забили первыми. Да еще и на выезде. Да еще и в таком матче за первую строчку. Нам здесь только победа нужна, ничьи нам не будет хватать. Гризман. Ой-ой-ой, почти получилось сейчас у Жезуса перебросить. Но Шкринер первый оказался на мяче. Месси вбрасывает на Сауля. Серхио Бускетс. Здесь у нас Гризман замечательно расправился. Ну, в Година, своего бывшего одноклубника, мяч попадает. Подача Лео Месси. Ух, Неймар еще и левой ногой решил. Не получилось немного. Серхио Бускетс замечательно сейчас отыграл. И нарушение все-таки отвести, но будет сейчас штрафной удар. Мячу, естественно, подходит Лионель Месси, ровно 30 метров до ворот. Лео Месси уже забивал в прошлом сезоне в Лиге Чемпионов Ливерпулю. Вот смотрите, прям в самую 9. Ну и Ханданович, да, потащил. Это без таймфинишинга сейчас было, не успел нажать. Но все равно 30 метров до ворот. Удар, не так сказать, не сильный, а именно опасный из-за того, что, так сказать, парашютом таким спускался. Опасно было его просто вот принимать, поэтому Ханданыч отбивает. А сейчас просто намертво ловит эту подачу от Лео Месси.
Хорди Альба. Замечательно отыграл на Гризмана. Месси. Ой-ой-ой, уже Месси тут дотянул. Надо было самому пробивать. Он решил там повыше отдать. Правую сторону штрафной. Синедо мяч. Неплохо так выбил. Шкринер. Хорошая такая подача сейчас пошла на Ягу Аспаса. Лукаку с мячом. Опасно. Барелла. Ух, как же сейчас Семеду. В подкате селится и мяч выбивает. Самый последний, наверное, момент. Вот здесь видно будет. Подкатился мяч. Прям аккуратно. Элегантно выбил. По-джентльменски, можно сказать. Не нанеся вред ни себе, ни Николе Барелли. Неймар с мячом. У него бежит здесь Политано прям. Но Неймар убегает. Это будет сейчас шанс на дубль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко. Да и грамотно Ханданович сыграл. Не сильно отбил этот удар, чтобы подобрали игроки Барселоны. И у него это получилось. Сауль сейчас не получилось пройти оборону. Ягу Аспас выигрывает вверх. Ну, Лукаку здесь понятно. Будет все вверх. Верховые единоборства выигрывать. Отлично, нет, в штангу попадает, отлично, добивание, нет, Никола Барелла сейчас просто не повезло Интеру, Ляпорте мяч зацепил на первом ударе Бареллы, поэтому даже в створ он не пошел, отлетел, но со второй попытки у Бареллы получилось, но удар пошел мимо, но сейчас был очень опасный удар от Лукаку, его просто не накрыли, Шкринер проходит, но фолит на Лионеле Месси, получит либо устное, либо желтое устное. Это арбитр. Но сейчас поближе будет для Лионеля Месси. 28 метров до ворот. Угол острее. Так что попасть будет труднее. Но я буду пробовать. Но там финишинг плохой, поэтому удар выше пошел. Ладно. Два штрафных уже исполнил Лионель Месси в этом сезоне. Ну, точнее, сейчас в этом матче. Надеюсь, если будет третий, мы забьем. Да и поближе бы дистанцию бы сделали. И Жезус с мячом сейчас был. Оборона хорошо сейчас сыграла. Месси или Санчес. Месси замечательно отбирает мяч у Алексиса Санчеса. Гризман с мячом был. Неплохо. Ляпорте, Семедо. Ну все. Уходим мы на перерыв. Минимально обыгрываем Интер на выезде. Это супер. И Жезус с мячом. И какой замечательный гол забивает Габриэль Жезус. Парашютом от перекладины. Мяч ровно отбился за линией ворот и вылетает из ворот. Это замечательный гол. Очень красивый и грамотный. На шару, конечно, сейчас у меня это получилось. Но все равно раз на миллион, наверное, такая попытка получается. Какой гол забивает Габриэль Жезус. Перебросил он Хандановича очень аккуратно от перекладины. Красивый гол. 2-0. Барселона выигрывает на Сан-Сиро. И мы выходим с первой строчки. Друзья, остается там сколько? 10 минут остается. Третий гол Джезуса в Лиге Чемпионов за Барселону. Ну и все. Уверенная победа Барселоны на выезде со счетом 2-0. Забивали Неймар и Джезус. Замечательный гол он забил. И все, Барселона выходит с первой строчки. Сослуженно. Традицию мы продолжили, что Барселона выходит только с первых строчек в Лигу Чемпионов. Интер практически не создал нам проблем. Один удар в створ за весь матч. Ну а Дортмунд выигрывает 3-1 с Лавио. Поотвечаем на вопросы. Месси, говорят, хороший матч провел. Можно и лучше, скажем. Может, действительно,
прошлом матче они хотя бы проблемы какие-то создали. Призовый фонд нам добавили 27,8 миллионов евро. Мальорка здесь матч перенесен. Ну и кстати, друзья, матч здесь Реал Атлетика почему-то еще не сыгран. Странно. Должны они уже были отыграть его. У нас уже сейчас 16-й тур, 17-й был тур. Вот они доиграли только сейчас. Реал до сих пор не может доиграть. Кстати, это странно. Что у нас по трансферам? Мне интересно сейчас это узнать. Потому что я давно не заходил. Мы там продавали все-таки игроков. Вот, да. Видаль уйдет в Ливерпуль и уйдет Бускетс в Ливерпуль. Нам добавят 80 миллионов. И в Ливерпуль, да, все-таки уходит Видаль. Так что нам надо купить одного хорошего полузащитника. Потому что у нас, вот как вы видите, Видаль вообще нигде не играл здесь. Поэтому ничего страшного. Вот Бускетса нам надо вот именно прям в первый состав хорошего игрока. И вот я не знаю, то ли покупать мне тоже молодого игрока. Сауль это не более-менее такая замена была, конечно, для, как я уже говорил, Бускетсу. А вот именно Родри. Мне кажется, вот Родри хорошо зайдет, потому что про него многие говорят, он испанец, цопник. Ну, он только что перешел. Да, нам нельзя его будет забрать к себе, поэтому я буду пытаться подписать какого-нибудь хорошего цопника мирового уровня, к примеру, Н'Голо Канте. Мне кажется, это замечательный будет его переход. Нам хватит денег, потому что у нас сейчас есть там 40 с чем-то, да, миллионов. Да, он стоит, там показали нам 60, но могут они цену до 100 миллионов. Мы продадим за 80 уже Бускетса. Вот здесь будет хорошо видно, наверное. Как посмотреть? Вот, 68,5. Ну вот цена может от 90 миллионов начинаться. Так что примерно 110 чем-то там миллионов мы будем отдавать за него. Ну вот, Видаль 36, Бускетс. То есть мы 100, у нас будет 6, 116, да, 116 миллионов. За это два трансфера мы получим, еще и там 40, получается 156 у нас миллионов. Мы должны, естественно, на эти деньги купить Канте. Так что все уже ясно, наверное, друзья. Так что не, все равно напишите в комментариях, кого бы вы хотели интересно почитать. Ну и сейчас у нас матч против Реал Сосьедада. Дальше у нас с кем интересно матч? Против Депортиво Алавес. Давайте посмотрим. На каких строчках находится Реал Сосьедад 8, Депортиво 10, так что, ну, не знаю, у меня вроде как восстановился более-менее или нет. Давайте все-таки, да, вторым сыграем против Реал Сосьедад, дадим отдохнуть Также, что-то я начал сразу матч-то тут. Нам надо посмотреть, как закончили команды. Здесь полуфинал еще против Реала у нас ждет. Кубок еще вообще даже не начат. Здесь Ливерпуль 4-1 Челси. Ну и все матчи сыграны в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим на нашего будущего, скорее всего, соперника. ПСЖ Реал. Здесь Реал нам точно не попадется. Это замечательно. Бавария может. Аталанта. Вот это неплохо было бы. Ювентус, кстати. Наполи. Лейпциг неплохо было бы. Ну и Валенсия не может, да, опять. Так что вот Лейпциг, Наполи, Ювентус, Аталанта, Бавария. Это очень серьезные соперники. Именно Бавария и Ювентус. Тяжело будет против них играть. Ну, сейчас пока я прощелкивал, вы видели, как закончились они. Здесь также можете на паузу нажать, перечислять я не буду. Просто посмотрел. Вот ЦСКА, кстати, первую строчку заняли у себя в группе. Что там насчет Локомотива? Они вообще вылетели, да? Да, к сожалению. Ну все, Лигу Чемпионов, Лигу Европы мы посмотрели. Здесь сборная России квалифицировалась, это мы знаем. Так что будем мы на чемпионате Европы играть. И все. Начинаем, да, матч против Реал Сосьедада. На выезде еще. Вот она, наша расстановка. Поехали. Итак, выездной матч. Реал Сосьедад Барселона. Мы обыграли в прошлом матче Интер. И это нам позволило выйти с первой строчки, но может быть и опасно от этого. Есть там два опасных соперника, как Ювентус и Бавария. Могут нам сразу попасться. Остальные соперники вроде как нормальные. Там Лейпциг, Аталанта, Наполи. Эти хорошие команды.
Но также мы занимаем первую строчку еще и в чемпионате, так что нам нельзя упасть в грязь лицом. Будем продолжать доминировать в лиге и не проигрывать вот таким вот командам. Тем более сейчас мы играем вторым составом. Будет так, что нам тяжелее. На Дембеле. Он проходит. Дембеле вышел. Отличный шанс. Забивает Дембеле. 1-0. 77-я минута. Усман Дембеле прям как номер. На футболке у него, к сожалению, не 77-й, конечно, но семерочка. И так что вот эти две семерочки нам сейчас принесли замечательный гол. Надеюсь, и победу нам принесут. Ну, потому что, посмотрите, замечательно здесь прошел. Пробил еще и правой нерабочей ногой, попадает прямо в штангу. И мяч залетает в ворота. Для Дембеле это второй гол, кстати, в чемпионате. Победа минимальная. Барселона над Реал Соседадом. Очень хорошо играл сегодня Моя. Очень много сейвов он сделал. Сейчас посмотрим даже сколько. Единственный гол Дембеле нам приносит победу. Сейчас мы глянем. 9 сейвов. Вы посмотрите, просто у Мои 9 сейвов. Он это один, но и удар-то, наверное, был. Нет, Реала вообще не было. Ни одного удара. Но вот, все 9 ударов. Посмотрите, как-то он смог их затащить. Моя просто замечательно сегодня сыграл, но победа все равно за Барселоной. Так, Барселона не проигрывает. Так, ну все, мы здесь понатвечаем. Ну и последний у нас сегодня матч на выпуск. Это Депортиво Алавес. А у нас сейчас отрыв пока что. Сейчас мы узнаем, Реал доиграет, когда с Атлетико свою игру. Они пока что не планируют, наверное, доигрывать. Нет, не планируют. У нас последний матч на выпуск. Последний матч, получается, в 2019 году. Следующий у нас будет вот только в 4 января. Дерби против Эспаньола. Ну а мы начинаем. Мы начинаем. Такой вот расстановкой. Дождь еще на нашем стадионе. Поехали. Итак, Барселона принимает Депортиво Алавес. В чемпионате мы идем с хорошим отрывом. Сейчас у нас лидер 106 очков над Реалом и Атлетико. Они еще не сыграли свой один матч, у них матч в запасе, но все равно даже будет лидерство в 3 очка. Но нам все равно нельзя опускать руки, нужно до конца все равно бороться, хоть мы и на первой строчке. И замечательно, Жезус здесь еще с мячом пробьет и забьет 1-0. Жезус вводит вперед Барселону. Ну и супер. 25-й номер Барселоны забивает очередной гол в чемпионате Испании, принося нам победы, можно так сказать. Ну, хорошо здесь оторвался от защитника с этим мячом. И левой ногой мяч в правый угол от себя. 8-й мяч для Джезуса в чемпионате. Снова перехват, отбор даже, можно сказать. И Жезус на Гризмана замечательную передачу отдает. Гризман 2-0. На 7 минут до конца Гризман забивает. Делает счет 2-0. Я думал, что Гризман после этого покера ворота Атлетика разучился забивать. Уверенная победа Барселоны над Алавесом 2-0 дома. Забивали сегодня у нас Габриэль, Джезус и Гризман. Поздравляем их с забитыми мячами. Итак, Барселона не проигрывает уже много матчей. Проведем мы тренировочку. Надеюсь, сейчас Тадибо. Ну да, Тадибо 3 показателя прокачал, но немного не дотягивает до 75-го рейтинга у нас. Лионель Месси 10 забитых мячей. Пока что лучший бомбардир у нас в команде. Ну да, вот Атлетика пытается уменьшить преимущество. У Реала еще не сыгран свой 17-й тур. У Атлетика 18-й пока что. У нас сейчас начнется уже трансферное окно. Тадибо 85 рейтинг, отлично. Ну и Чалов немного еще до 79-го не дотягивает. Ну и да, есть сейчас шанс, если Реал и Атлетика выиграют свои матчи, то они будут у них отставание всего лишь. Все, они сыграли, да, 3 очка. А у нас трансферное окно сейчас, друзья. 1 или 2 числа от нас уходят Бускетс и Видаль в Ливерпуль. Да, вот они, 151 наш миллион. Все.
переходы подтвердились. А Родри сейчас нельзя будет купить, так что мы его убираем из списка, и мы идем подписывать Анголо Канте на позицию Бускетса. Просто замечательно сейчас будет наше приобретение. Предложим цену, нам сказали от 90 миллионов начинается, мы попробуем дать 80, почему бы и нет. Ну вот, как я говорил, да, начнут они больше сотки предлагать, так и случилось. Давайте попробуем, на 20 миллионов мы подняли, 100 миллионов. Нет, они прям, Фрэнк Лэмпорт стоит на 124, 115 давай миллионов попробуем. Вот, отлично, 115 мы заплатили. Ну и теперь перейдем к переговорам уже с самим французом. Самый скромный футболист мира. Причем, ну, именно известный. Такой известный 90 рейтинг. Мы принимаем, что он будет ключевым нашим игроком. 3 года принимаем. Отступные 191 миллион они хотят. Нет, мы отказываемся от выплаты. Ну, Канте так подмигнул, типа он согласен, да. Что-то подписной бонус вы большой, друзья, хотите. Прям реально большой. 1,5 миллиона, я думаю, вам будет за глаза. Нет, они прям еще и... Ну, пофиг, соглашаемся уже. Друзья, мы подписали Н'Голо Канте. Сейчас во всех новостях мира, наверное, это будет переход. Также у нас там в декабре была все-таки премия там «Золотой мяч вручали». Ну и ладно. Н'Голо Канте в клубе «Барселона». Вот, вот такое вот просто представление, скромненькое, без пафоса. Ну и все, 115 миллионов мы заплатили за него, переходит, посмотрели. Есть еще у нас, друзья, с вами, 30 миллионов, где-то так примерно. Так что предлагайте еще ваши варианты, кого нам подписать, денег. Ну, действительно, вот на 30 миллионов хватит, это любая позиция здесь всякие. Это было уже. Так что вот, отсюда мы убираем Де Йонга из первого состава и ставим сюда Н'Голо Канте. Также сейчас известно уже, кто будет с нами играть в 1/8 Лиги Чемпионов. Мы сейчас, естественно, это посмотрим. Матч у нас с Испаньолом будет в следующем выпуске. Да, это мы все сейчас проведем. Важная информация, все такое. Ну и Артур хочет играть. Все это мы ответили. Перейдем. У нас закончился 2019 год. Подведем такие быстро итоги года, можно так сказать. Ни разу мы еще не проиграли в лиге, 2 раза сыграли в ничью, 50 очков, лидерство в 3 очка у нас. Полуфинал Суперкубка Испании у нас против Реала будет скоро, в январе вроде. Кубок Испании еще даже не начат. Здесь мы проиграли, здесь Ливерпуль 4-1 победил Челси. И вот, мы против Наполи, ну да, интересный будет матч. Аталанта, Атлетика, Бавария, Ливерпуль, Супер, Валенсия, ПСЖ, Наполи, Барселона, Интер, Леон, Лейпциг, Тоттенхэм, Реал, Челси, Ювентус, Манчестер Сити. Вот такие вот соперники. Не повезло Манчестер Сити и Ливерпулю, они все-таки вышли с первых строчек, но вот попались им именно такие вот команды. Быстренько про 1/16 Лиги Европы. Севилья, Дортмунд, Копенгаген, Спортинг, Галатасарай, Вольсбург, Рен, Манчестер Юнайтед, Рома, Динамо, Киев, Генк, Вулверхэмптон, Арсенал, Бенфика, Фейнорд, Франкфурт, Бешикташ, Аякс, Эспаньол, Олимпиакос, Байер, ЦСКА, не повезло здесь ЦСКА, Базель, Гладбах, Азе, Хитафи, Сандетин, Порто, Шахтер, Лацио, ПСВ, Страсбург. Так что все на этом. Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. Наполи. Ну это интересная команда. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.